Я в среднем с 12 до 18 лет формируются следующие навыки: способность понимать смыслы, причинно-следственные связи, смысл собственных действий, читать некие метафоры, и формируется способность к рефлексии, анализировать свои действия с точки зрения вычленения ошибок и нахождения в этом ресурса. И третий навык – умение изменять свое поведение в зависимости от ситуации. Это про гибкость. И смотрим, если у человека по каким-то причинам с 9 лет до 18 не были сформированы эти навыки, и по запросу клиента эти навыки нужны, это корень проблемы, сформируются эти навыки, человек решит свою задачу. Если видим, что эти навыки не сформированы, применяем техники, повторюсь, техники из книги «Работа с телом. Психотерапия» Галина Тимошенко. И применяем эти техники.